Внутрь. Наклон велосипеда был не такой большой, но нужно сказать, что там все-таки был довольно силовой поворот. Вообще средние скорости, вы видите, не дотягивают до 50 км в час. Для короткой гонки это показатель все же. Вот тягуны плюс ветродуи плюс 17 поворотов. Вот это основные факторы, которые снижают темп. Ну а Джек пытается сейчас компенсировать свое не очень внятное начало. Как-то он даже вкратчиво, можно сказать, начал эту гонку. И вот сейчас австралиец из команды, которая, кстати говоря, перед самой Джиро получила себе нового спонсора. Потому что это достаточно нормальная ситуация, достаточно часто встречающаяся ситуация. Крупные гонки, все-таки, когда известно, что команда будет обязательно выступать, и причем будет выступать на достаточно высоком уровне, то некоторые, кто долго-долго стучался в спонсорский пул, вдруг внезапно именно вот в этот момент решают, что да, пора. Вот это будет действительно хороший медиаэффект, промоэффект. И вот к Green Edge проекту подключилась компания, которая, вообще-то говоря, занимается, среди всего прочего, мало того, что это химпредприятие, так еще и они делают пор и динамит. Вот таким образом взрывоопасная была циклоновская как-то сборная Австралия. Теперь, соответственно, их шоссейная команда будет команда динамит, надо полагать. Но нет, не динамит на самом деле. Я перефразирую, все-таки порох на самом деле. И не более того. Ну и кроме того, они все время напирают на то, что это все для мирных целей, для прокладывания дорог, туннелей и прочего, и прочего. Ну, а пока, к сожалению, у нас есть только две отсечки. Середина трассы и самый финал. Для тех, кто, может быть, в этот не вполне выходной, то есть вполне не выходной официальный день, по крайней мере, на территории России из-за перемещения праздников, только сейчас где-то подтянулся после работы к своему экрану, мы сообщим, что мы с вами смотрим пролог Джиро д'Италия из Хернинга, из Дании. Все впервые. Каждый раз очень интересно, когда пишутся на твоих глазах новые страницы спортивной истории. Для вас работает за режиссерским пультом режиссер Алиса Баун. А комментировать ближайшие часы и, соответственно, разборку всех главных фаворитов, ну, практически всех, будут подтянувшиеся Ренат Хамидуллин из виртуального Дюнкерка и Сергей Курдюков. Добрый день, друзья. Да, действительно, подтянулся и сюда. Ну, я думаю, что многие... Там, да, да, вот во второй раз уже за два дня. Вообще удивительная вещь. Четыре дня Дюнкерка, как говорил Коля Трусов. Ну что такое? Почему четыре дня и пять этапов, пять дней? Ну, не так, что-то не вяжется с названием. Не только его доводит до исступления на самом деле, потому что действительно название парадоксальное. И так же, как и с тремя днями Депана, тоже были проблемы, потому что хочется расширять как-то гонку, хочется ее разнообразить и прочее. Ну, но при этом не трогать название, да, так и да, получается. Все-таки, куда деваться. Опять же, 50 с лишним лет, 4 дня Дюнкерка проводится, плохая погода там, и хочется еще раз, да, действительно, Деккенкольф выиграл и второй этап, будучи в майке лидера, а, кстати, майка лидера на 4 дня Дюнкерка розового цвета. То есть вот, ну, я не знаю уж почему, но вот у нас получается две многодневные гонки сейчас с розовой майкой, стартовавшая сегодня Джиро д'Италия, и вот почему-то я сам удивился, во Франции, по-моему, она была другого цвета в предыдущие годы. Синхрон, да, синхрон это произошло, потому что вон там еще Трентино, но Трентино как бы можно понять, да, там немножко другой темный оттенок розового, то есть это не страницы Газета дело Спорт, это они так оправдываются несколько. Вообще такая интересная полемика произошла между Трентино и Джиро д'Италия, потому что вот хотя бы даже авторы газеты пишут о том, вот сегодня на отметку приходили, так смотрим, серединку, ой-ой-ой, 26 секунд, ну ползком начал, мы уже говорили об этом, и прошел особенно мокрый поворот очень медленно, и 26 секунд отыграть, да, ну, тут главное это мощность, главное это способность бороться с ветром, но тем не менее это огромная дыра для пролога, полминуты практически, может быть, все-таки опять же заезды на трек осложняет ситуацию для Джека. Ну, а может быть, скорее всего, все же невозможно экстраполировать, что это все-таки не 4 километра преследования по овалу трека, это совсем другая гонка. Давайте будем откровенны. Ты знаешь, на самом деле Бобридж, он не очень здорово досмотрелся и в этом, не настолько здорово, конечно, говорить. Второе, опять же, серебро, второе место в индивидуальной гонке, это неплохо, но он был не настолько
быстр и не настолько мощен, как в предыдущий, предположим, год. И я все-таки считаю, что вот это раннее начало сезона для столь молодого спортсмена, и на протяжении долгого времени приходится ему так хорошо напрягаться, это, конечно же, трудно пока что переваривать ему, учитывая его молодость. Ну, почетные гости подтягиваются, да, на... Кстати говоря, да. Очень почетные, судя по всему, судя по тому, как они здесь всех приветствуют, ну и не забываем, что здесь гонщики. Вот самое интересное, что да, они практически стали финишные своры, это, конечно, немножечко на самом деле нарушение. А при том, что датчане знают, что почем, и проводили уже чемпионат мира на треке совсем недавно. Кстати говоря, приятный для участников сегодняшнего пролога, где они в качестве трековиков брали медали, и плюс еще и чемпионат мира прошлого года на шоссе. Ну вот, и прям-таки интересно даже тоже. Это все-таки потому, что такое впечатление, что там и даже с охраной, что ли. Интересно. Прогуливаются непосредственно в финишном коридоре за 100 метров до финиша. Но не все в порядке в датском королевстве. Раз такие прогулки опасные для жизни и тех, и других. Нет, ну, здесь двор на самом деле широкий и все просматривается. Но обратите внимание, какие все-таки разные стихии, улыбки на представителях верхушки государственные и совершенно искаженные лица, потому что за эти 10 минут работы практически выплескивается все. Результат Новордаускаса по-прежнему лучший. 10 минут 48 секунд. Неутомимый убегальщик. Помните, как Рамунас... Во-первых, помните наверняка его смены в прошлом году. Как вышел, как потянул за отрывом группу. И все. Полчаса нам показывают одного только Рамунаса. В его литовской майке, майке литовского чемпиона, которую он дважды надевал в своей карьере. И ныне действующим чемпионом является по сей день. Валерио Аньоли выходит на старт. Такой здесь стартовый городок оборудовали, по-моему, первый год. Вот настолько грандиозно. Ну, всегда Джиро здорово, конечно, проводится. Всегда классно организовано. И многое придумывают, на самом деле, организаторы. Но вот, по-моему, со сменой руководства в оргкомитете еще все стало более такое гигантское. И вы видите, насколько красив здесь. Аньоли на какой передачке ушел? Никто не стартовал на такой передаче. Такое ощущение, что у него технически были какие-то проблемы, потому что это очень странно, вообще говоря, настолько заболтаться в самом начале. Да, Аньоли, конечно, у нас главная его задача не показать себя, довести в целости и сохранности Ивана Бассо на тех этапах, что надо. Да уж, у каждого свои задачи, но здесь многие, конечно, стараются выложиться на этом прологе, потому что, ну, у большого количества гонщиков есть шансы. Анель Кангер, еще один представитель прибалтийских школ велоспорта. Ну, видите, здесь дают возможность все-таки, поскольку действительно процедура очень длинная. 4 часа идет гонка, и, разумеется, мирная жизнь, тем не менее, тоже продолжается. Единственный эстонец в составе казахстанской Астаны. Ну, а между прочим, наверное, кто может не в курсе, так я скажу, что есть очень популярная медиа-персона в Казахстане, изначально эстонка. Достойный результат у Кангерта, но по-прежнему лидирует Новордаускас. И по-прежнему можем говорить об этом как о некотором сюрпризе. Не тотальном, но тем не менее то, что он так долго держится. И Сержант, и рекордсмен мира Джек Бобридж не превзошли. Вот еще один экс-трековик, правда уже основательно забывший, что такое трек для него, Тео Босс. Полностью сосредоточился на усилиях на шоссе, потому что, помнишь, пару лет назад еще он говорил, что да, Лондон это такой момент, все-таки может быть я от Лондона в спринт как-нибудь вкатаюсь, а уж после Лондона окончательно завяжу с треком и буду выступать на шоссе. Но, естественно, это было невозможно. Ну, по-моему, забыл практически про все, но только периодически вспоминает про то, как он на треке любил там потолкаться в спринтерских заездах и применяет вот эту технику часто на шоссе. На самом деле, Тео Босс один из тех гонщиков, которого, ну, в пилотоне боятся, скажем так, потому что человек, в общем-то, бескомпромиссно. Когда идет на финиш, он идет туда на пролом. Ну, в последнее время, вот в этот год все-таки, давай дадим ему должное, он чуть-чуть стал поаккуратнее. Подисциплинированный. В особенности после всех вот этих вот моментов и дисквалификации, той же самой дисциплинарной. И вот этот момент, вот вы видите, Бобриджа, который
перетормаживает, заходит в этот поворот очень узко, теряет на этом довольно ощутимо скорость. Но нельзя сказать, что этот поворот тут прямо убил ему гонку, потому что, конечно, здесь он не потерял полминуты. Но это тоже очень досадный момент, в особенности, когда это на стартовом отрезке дистанции. Да, ну вот в таких вот индивидуальных гонках, коротких, как правило, в концовке вы увидите, что в протоколе счет будет идти на секунды какие-то точно, а может быть и меньше, потому что бывает разделяют и десятые, и тысячные, поэтому вот, ну, естественно, с Бобридж не будет уже близко, скорее всего, очень, но тем не менее. Экс-чемпион мира приехал на финиш, правда, не в раздельном старте и не среди взрослых, но все-таки Сергей Лагутин, как мы его иногда называем, пожизненный чемпион Узбекистана, потому что, действительно, если стартует, то выигрывает он 100%. Показал тоже довольно заметные секунды. Ну, а что касается Новордавскуса, пару слов. А, опять-таки, не случайность и успех. Во-первых, физические данные у спортсмена из Сирана все-таки рост в районе 190 и вес под 80 килограммов. То есть это вот один из той когорты, в которую входит и Сержант, в которую входит по ростовесовым характеристикам, которую возглавляет, если угодно, Тейлор Финни. 5 побед зарегистрированных к сегодняшнему дню у молодого спортсмена из Литвы. 24 года ему 30 января исполнилось. 5 побед, и наиболее яркие были совсем еще даже в молодом возрасте. То есть он впервые стал чемпионом Литвы среди взрослых аж в 2007 году. Является ныне действующим чемпионом в групповой гонке, поэтому он сегодня, соответственно, ехал в обычном комбинезоне командном. Плюс выиграл на Ондезар. Как-никак тоже гонка для восходящих звезд очень хорошая. И он победитель Еж-Басур-Еж для андеров до 23 лет в 2010 году. Так что тут уже более-менее ясна перспектива, ясна специализация. Мы видим, что он может быть хорошим классиком. В будущем он может быть и сильным мастером прологов. И, ну, в общем-то говоря, действительно такой силовой роллер, что на сегодняшний день является очень такой удобной специализацией, потому что таких очень охотно покупают под контракты. И Део Босса нам ведут сейчас по дистанции. Since now, everything you know about performance motoring is in the past. The new Infiniti FX, with a range of powerful yet refined diesel and petrol engines, delivers performance with grace. Since now, the perfect line is a curve. Since now, there is Infiniti. Round 5 for the touring cars and the unique challenge of the Hungaro Ring, a track with a whole lot of bumps and bends. The Hungarian rookie Gabor Weber would love to make his play here. So too Norbert Mikulic, a winner of the Yokohama Trophy. But the usual suspects will wrestle their cars, and the racing could produce more twists and turns than the circuit itself. The World Touring Car Championship from Hungary, May 5 and 6. More info at FIAWTCC.com. Coming our way because the evacuation order has just been issued. Прими участие в игре и выиграй отличные призы. Зайди на сайт Powerhorse. Lower Silesia, not to be told, to be seen, so see you. This program is brought to you by Aspire Academy, inspired by Aspire. Рамунас Новордаускас по-прежнему сильнейший в этом продуваемом и прохладном, надо сказать, прологе.
Тот же самый Шлек, когда прибыл сюда, сказал, ну, слава богу, сухо и светит солнышко. Но так довольно-таки прохладно, я уже подотвык немножко от таких температурных условий, сказал он. Если учтем, что его поймали во дворе во время прогулки с ребенком и сказали, парень, ты знаешь, через несколько дней ты на жиро вообще-то едешь. А парень 7 дней даже не трогал велосипед и забыл, что он велогонщик на это время. И рассчитывал потихоньку, помаленьку втягиваться, появляться на гонках только в мае месяце. И вообще думать только о том, как он будет помогать своему младшему брату на Тур де Франс. И вообще вот это сейчас большой эксперимент медико-биологический, если угодно. Потому что, ну вот сказали Фрэнку, стартовое время у которого очень позднее. И все фавориты идут, естественно, среди последних стартовых номеров. Фрэнк стартует 193-м по списку. Всего 198 спортсменов, мы напоминаем. Ну и вот, когда его спросили, не будет ли ему легче, когда он сосредоточится сейчас вот на себе, и, может быть, это, наоборот, принесет ему успех, он говорит, что мы, вообще-то говоря, как сиамские близнецы уже. За последнее время, я уже забыл, говорит, когда мы в последний раз в супермногодневке ехали друг без друга, и для меня это, на самом деле, больше проблема, чем и